Каждый год Apple выпускает свежую версию Apple Watch, добавляя 1-2 новых функций. Но дизайн остается таким уже 9 лет, пока Apple не представила Apple Watch Ultra с абсолютно новым дизайном. И наша задача на сегодня – выяснить, есть ли там нового что-нибудь еще. И вот мы еще даже с вами не начали, а у нас уже сразу сходу новинка. Абсолютно новая цена. Если обычный Apple Watch 8 можно взять в среднем за 35 тысяч рублей, то Apple Watch Ultra обойдутся в 70. Штука баксов. За эти деньги можно купить, например, iPhone 14 и нацепить его на руку. Но давайте разберемся, почему Apple Watch Ultra настолько дорогие. И начнем издалека, с упаковки. Здесь, как и в обычных Apple Watch, внутри лежит две коробки, собственно, с часами и с ремешком. Но в Apple Watch Ultra добавили еще и книжку с циферблатами и всякой информацией. Текста здесь немного, так что прочитайте быстро. И забавная мелочь с упаковкой зарядки. Здесь написана привычная надпись и снизу координаты. Это такая отсылка, что часы созданы для путешественников. Если вбить эти координаты в Google, то мы попадем в главный офис Apple. Упаковка, конечно, получше, чем в обычных Apple Watch, но вряд ли эта книжечка стоит 35 тысяч рублей. Поэтому ищем дальше. В обычных Apple Watch вы можете спокойно плавать в бассейне. Но в Apple Watch Ultra добавили еще и приложение для дайвинга. То есть вы можете погружаться на глубину и даже якобы ее измерить. Для того, чтобы это проверить, я приехал в центр водных видов спорта и прошел инструктаж по дайвингу. Сразу удивило, что стоит только опустить руку в воду, часы автоматически запускают режим дайвера. Ничего нажимать не надо. И вот я уже опускаюсь на дно самого глубокого бассейна в России – 30 метров. Какое дно! Если посмотреть на Apple Watch Ultra, то они покажут следующее. Глубину, на которой вы находитесь, время под водой и даже температуру воды. А когда вы опускаетесь ниже, часы будут плавно показывать, как меняется глубина. Я погрузился на 12 метров. Оказалось, чтобы погружаться ниже, нужен специальный сертификат. Но даже 12 метров – это высота 4-этажного дома. При этом Apple Watch Ultra выдерживает погружение до 40 метров. После возврата из глубины часы автоматически покажут информацию о заплыве. Например, максимальная глубина и время заплыва. Все, что вам остается сделать, это нажать на колесико, чтобы удалить из часов воду. Удаляй. Кажется, на улице снегопад. Снегопад от AliExpress. А это значит, на AliExpress началась самая крупная распродажа года – 11.11. И в этом году, помимо огромных скидок до 90%, AliExpress будет раздавать деньги за покупки. Что нужно делать? Покупайте товары на минимум 1111 рублей на AliExpress и получите кэшбэк еще 1111 рублей на новые заказы. Также вас будут ждать супер скидки на бренды техники, такие как Bazeus, они делают крутые аксессуары и пауэрбанки. TI's, производитель автомагнитол, у меня, кстати, такая в машине стоит. Ну и, конечно, Xiaomi и их линейка смартфонов. Я тоже буду участвовать в акции и добавил в корзину игровой коврик на стол, портативный насос Bazeus и в подарок взял смарт-браслет Xiaomi Band 8. Итого моя скидка по распродаже составила 685 рублей. Участвуйте в акции и вы. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Заказывайте товары со скидками и получайте кэшбэк 1111 баллов на распродаже AliExpress 11.11. Распродажа продлится до 17 ноября. Не пропустите. Давайте искать дальше. В Apple Watch Ultra появилась новая кнопка, называется «Действие». Через телефон вы можете задать, что именно она должна делать. На выбор у вас будет 7 вариантов. Выберите, чем пользуетесь чаще, и жмите на кнопку «Действие», чтобы быстро это запустить. Например, тут есть два действия по компасу – путевая точка и возврат по маршруту. Мы как раз в прошлом ролике про часы ставили путевую точку на палатку в лесу, а затем искали ее, используя возврат по маршруту в часах. В Watch Ultra это можно делать в одно нажатие кнопки «Действие». Также, придя в спортивный зал, можно в одно нажатие запустить вашу любимую тренировку, например, бег на дорожке. А если часто ходите в темных местах, назначьте
ставите на нее фонарик. Это когда экран заливается белым. Наклоняете руку вперед, и яркость усиливается. Светишь, лампу бери. Но помимо этих 7 функций, кнопка действия еще и может запустить сирену. Сирена — это новая функция в Apple Watch Ultra, которая позволяет часам издавать очень громкий звук. Например, если вы захотите позвать на помощь. И для того, чтобы ее активировать, нажмите и удерживайте клавишу действия, и затем проведите по иконке сирена. Чтобы понять, насколько громкий звук, мой товарищ с включенной сиреной просто отходил от меня, пока я не перестану ее слышать. Отходил он все дальше и дальше, пока не превратился в маленькую точку. Это уникальное изображение удивительного существа. 280 метров, и я перестал слышать сирену. Затем решил сравнить сирену в Apple Watch Ultra с самым обычным свистком за 70 рублей. И оказалось, свисток отлично слышно даже на расстоянии 280 метров. Поэтому в батле часы за 70 тысяч и свисток за 70 выиграл свисток. Правда, если бы вы пришли в лес и услышали эти звуки, вы бы подумали, что кто-то зовет на помощь? Лично я бы точно нет. Поэтому мне кажется, что это функция для тех, кто с друзьями, например, пришел в лес. Вы заблудились, и друзья знают, что у вас есть Apple Watch Ultra и знают о существовании режима сирена. Если у вас есть идеи, как еще можно использовать режим сирена, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Лично я всегда ношу самый маленький Apple Watch на 41 мм, чтобы они не сильно бросались в глаза. А вот большая версия на 45 мм занимает почти всю руку. И как вы понимаете, ультра еще больше. И на моей руке выглядит как Пит-Бой из игры Fallout. В рекламе Apple, когда часы с зимней курткой и перчатками, смотрится неплохо. А вот на голой руке девушки, что это вообще за iPad? Если их носить с обычной футболкой, то они слишком выделяются и кажутся прям гигантскими. Но можно кое-что сделать. Переодевайтесь и возвращайтесь к нам. Можно надеть оверсайз худи. Обычно я ношу размер M, но тут специально купил XXL. И как по мне, часы с этим худи смотрятся гораздо лучше. А если накинуть сверху дутую зимнюю куртку, то так вы выглядите еще крупнее. И огромные часы смотрятся уже не такими огромными. Блондин. Голубоглазый. Вот такие плечи. Вот такая жопа с мощными руками, вот он такой красавец. Либо вам самим надо быть большим. Вот, например, комик Сергей Мезенцев в одном из его выпусков увидел на руке Apple Watch Ultra. Так вот, Сергей ростом явно выше 2 метров, плюс сам по себе довольно здоровый. Вот на нем Ultra выглядит более-менее. Так что имейте в виду, что такие огромные часы, если вы при этом сами не огромны, могут не понравиться вам внешне. А если при помощи часов вы любите отслеживать ваш сон, то специально для вас я проверю, удобно ли спать с такими огромными часами. Ладно, за работу! Удобно. Поговорим про размер экрана. Мы уже сравнивали Apple Watch 8, маленькие 41 мм и большие 45. Но в Ultra экран еще больше, 49. Разницу видно хорошо, только если вы запускаете карты. Они полностью покрывают экран. Смотреть карты на Ultra прям кайф. Но и на 45 мм также. На 41 мм они, конечно, сильно меньше, но даже тут я не встречал проблем. А в остальном же все приложения на Apple Watch имеют черный фон, чтобы экономить заряд аккумулятора, и он сливается с рамками часов. Разница в размере экрана уже не так видна. Плюс обычно все приложения имеют пару кнопок, и даже в маленьких часах эти кнопки легко нажимаются. Но как часто вы вообще будете пользоваться часами и что-то там нажимать? Обычно вы жмете одну кнопку, чтобы начать тренировку, или просто нажать на иконку, чтобы глянуть, например, погоду. Поэтому если, возвращаясь с друзьями из гаража, вы вдруг решите сверить, кто сколько шагов за день прошел, абсолютно неважно, большой у вас экран или маленький. Самое главное, чтобы часы вам нравились внешне. Конечно же, в таких больших часах стоит и большой аккумулятор. Обычные Apple Watch живут в среднем 18 часов на одном заряде. Сколько же проживут Apple Watch Ultra? В субботу в 4 утра снял часы с зарядки и поехал на поезде в Москву на выходные и не брал с собой зарядку. В Москве много перемещался на метро, на такси, самокате и, конечно, ходил пешком. И часы все это отслеживали. А я отслеживал, как меняется заряд аккумулятора каждый час. И вот сейчас понедельник, я еду из Москвы в Санкт-Петербург, то есть прошло примерно 60 часов.
и работают ли до сих пор Apple Watch Ultra. Нет. Но вы будете смеяться, они буквально выключились 20 минут назад, пока я ставил камеру. То есть в поезд я зашел на 1% заряда. И можно сделать вывод, что Apple Watch Ultra на одном заряде работают 60 часов. Это сильно больше, чем обычный Apple Watch, но это сильно мало, чтобы считать их часами для путешественников. Это он! Титан! Да, Apple Watch Ultra сделаны из титана, что, конечно, дороже привычного алюминия в обычных часах. И у нас с вами получается, что наценка за Apple Watch Ultra складывается из корпуса из титана, больше экран, больше аккумулятор, функция сирены и функция дайвинга. В принципе, понятное дело, что в таком случае Apple Watch Ultra должны стоить дороже обычных часов, но все-таки не в два же раза. И здесь есть один интересный момент. Если вы покупаете обычный Apple Watch, то у вас будет выбор из двух версий – с сим-картой встроенной или без. Со встроенной сим-картой часы стоят на $100 больше. Это позволяет вам не брать с собой iPhone, и по сути часы превращаются в полноценный телефон на руке. А вот у Apple Watch Ultra нет версии без встроенной сим-карты. А значит, если вы живете в России, Беларуси, Украине, Казахстане, Узбекистане и купили себе Apple Watch Ultra, то просто так потратили сверху $100, за функцию которой в наших странах не работает. По крайней мере, на сайте Apple наши страны не заявлены. Но если вдруг в вашей стране работает поддержка eSIM в Apple Watch, то напишите об этом в комментариях, я бы с удовольствием приехал ее проверить. Ну а так, если что, вы все равно можете звонить с Apple Watch Ultra, но только если iPhone где-то рядом. Ну что же, господа, давайте с вами делать вывод, стоит ли покупать Apple Watch Ultra. Посмотрев рекламу от Apple этих часов, мы думаем, что будем носиться по миру, нырять в глубину, теряться в диких лесах. И во всем этом нам будет помогать Apple Watch Ultra, замеряя и записывая все наши приключения. Вот только я так не живу. И уверен, вы тоже. И купив Apple Watch Ultra, максимум, что они будут замерять, это шаги от кофемашины до рабочего места. И предлагать нам размяться, пока мы сидим с 9 до 6 на работе. Но каждый раз, поглядывая на них, будем внушать себе, что мы тоже часть этой крутой свободной жизни, полной приключений, не осознавая, что все это лишь иллюзия. Поэтому, если вы решите покупать себе эти часы, сопровождающие вас в интересной жизни, лучше сделайте сначала свою жизнь интересной. А сейчас, извините, мне нужно работать.